Привет, друзья! Сегодня я получила наконец-то свою первую в этом году и долгожданную посылку «Любимый Василек». Доставили очень быстро и оперативно компании СДЭК. Все пришло хорошо упаковано. Вот такой огромный мешок. Сейчас я буду все открывать и показывать, что же я вам заказала. Ну и, конечно же, здесь моя помощница Фаня, которая всегда присутствует на обзорах. Ну и первое, что я вам хочу показать, это набор полотенец «Рогожка». В этом наборе 3 полотенца размером 45 на 60 сантиметров. Цена этого набора составляет 235 рублей. Это очень бюджетно, но качество отменное. А какие они яркие, ткань плотная, швы все сделаны идеально. И на каждом полотенце есть петелька, чтобы удобно было его куда-нибудь повесить. Еще, девочки, такой набор я уже заказывала и не один, кто смотрел мои обзоры. Поэтому они отлично стираются, не садятся, не выцветают. Так что приобретайте на сайте, их очень много. Для себя заказала ночную сорочку за 756 рублей темно-синего цвета. И это, друзья, сорочка из вискозы. Я очень люблю такие сорочки. В прошлом году я заказала бордовую и не пожалела. Объясню почему. Летом у нас очень жарко. И только в этой сорочке из вискозы я спала спокойно. Я не потела. Она очень приятная к телу, легкая, идет размер в размер. Это уже мной проверено. И после стирки она не садится. А на сайте можно выбрать для себя любой цвет и также подобрать размер. Поэтому заходите, там много всего интересного, девочки. Следующее, что заказала, это леггинсы женские, кулирка темно-синие. А стоят они 488 рублей. Ну что хочу сказать про эти леггинсы. Они достаточно плотные, тянутся и носятся очень долго и практично. Идут размер в размер, так что заказывайте. Отлично сделаны все швы. И также на сайте можно подобрать не только размер для себя, но и цвет. Там есть разных цветов такие леггинсы. На сайте «Любимый Василек» увидела замечательный комплект «Тройка». И я, конечно же, думала, заказать или нет. Но все-таки решилась и его себе приобрела. Такой комплект «Тройка» стоит 1372 рубля. Также на сайте вы можете подобрать размер под себя и выбрать цвет. Потому что там комплектов очень много. Также и размеров. А в этом комплекте идет топ, вот такой белый, оригинальный, с голубым медведем. Шорты, чем они мне понравились, они не сильно короткие и не сильно облегают. Ну и, конечно же, имеется халат длиной ниже колен и пояс. Халат завязывается поясом. А еще хочу, девочки, вам порекомендовать, если вы такой комплект все-таки решите для себя заказать, заказывайте на размер больше. Потому что, во-первых, чтобы он вас не обтягивал, ну и после первой стирки все-таки вещь может сесть. Далее, халат, рукав 3 четверти, прямой, нет никаких пуговиц, завязывается именно на пояс. В принципе, меня все устроило, что, думаю, буду носить с удовольствием и очень-очень долго. Ну и последнее, что я заказала и очень-очень ждала в этой посылке, это 2 шелковые подушки. Вы, наверное, все знаете, что шелк является гипоаллергенным материалом и обладает способностью предотвращать размножение микробов. Поэтому подушки я стараюсь менять как можно чаще. А также отлично шелк приспосабливается к температуре тела и дает дополнительное тепло. Поэтому его используют идеально для тех, кто страдает нарушением кровообращения, болями в суставах и ревматизмом. Также шелк отлично удерживает влагу. Поэтому в прошлом году я заказывала уже 2 подушки себе, именно такие, и решила сразу же заказать и в этом году. И не пожалела. Что же по ценам? Подушка размером 50 на 70 стоит 1045 рублей. Подушка размером 70 на 70 стоит 1315. Подушки приходят очень хорошо упакованы. Они вот в таких вот пакетах, которые пакеты застегиваются на молнию. И подушки идеально белые. Очень мягкие. Друзья, заказывайте. Вам они понравятся.
Пока я делаю обзор, Белли на горизонте наблюдает, что же я здесь делаю. А не скоро ли я ее позову ужинать? Она очень этого ждет. Вот, так что, друзья, на сайте «Любимый Василек» вы можете выбрать кучу постельного белья и постельных принадлежностей. Это постельное белье можно выбрать как бюджетное и очень дорогое. Также подушки, одеяло, пледы. То есть заходите, смотрите, ссылочку оставлю вам под видео и закреплю в комментарии. Вот, подушка, посмотрите, какая мягкая. Ну, просто супер, не пожалеете. Вот такой сегодня я вам обзор показала. Если он вам понравился, подпишитесь на канал, ставьте лайки, конечно же, пишите свои комментарии. Ну а мы с вами прощаемся и встретимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока, всем хорошего настроения!